старте в чемпионате можно было только мечтать. Я думаю, что можно побороться не только за повышение, но и за чемпионство. Защитник не дает развить атаку, перехватывает передачу. Елене. Матюди. Неплохой заброс вперед. Яо Куаси. Мяч ушел вам. Левандовский. Без всяких. Удар! Мимо ворот пролетает мяч, и эту атаку можно считать завершенной. А шанс, кстати говоря, был неплохой. Левандовский. Как он работает с мячом! Всех обыграл! На грани офсайда балансировал, но не удержался. Вне игры фиксирует арбитр. ВАР. Душ-Сантуш Авейру. И навес. На некоторое время обезопасил он свои ворота. Отличный кросс. Откровенно плохой навес. Вратарь легко завладел мячом. Мяч потерян. Спасибо. Отличный пас, сказал соперник. Перехват мяча. И можно начинать атаку в обратную сторону. Жака. Барри. Судья фиксирует нарушение и вполне может наказать игрока. Относительно легкий мяч для вратаря. Ждем угловой. Хорошая передача. Татарь первый на мяче. Удар! Опасно! Ух! Счет в матче остался ничейным. Совсем необязательная потеря. Обостряющая передача. Будет удар! Сыграно жестко, но в рамках правил. Навес. Бьет он по воротам. Какая реакция, какой прыжок. Класс! Судья показывает на угол поля. Ба! Класс угловой. Пробил головой он. Это мимо. До вратаря этот мяч не доходит благодаря героическим усилиям защитника. Пробил, как говорится, с нерабочей ноги, а мог бы, наверное, и под ударную подработать. Как считаете? Думаю, да. Ну, будем надеяться, что в следующий раз у него получится. А здесь, на самом деле, вариантов-то у него было немного. Мунейн Гони. Яо Куаси. Мунейн Гони.
аут около штрафной. Это может быть опасно. Левандовский. Будет угловой. Защитник справился с задачей, мяч выбил. Отличный навес. Отличный удар. Вратарь без проблем справляется с этим мячом. Бар. Матюди. Лот. Барри. Мяч на боковой линии. Жака. Будет штрафной. Генич лет 20 назад с таких забивал. Спас он свою команду от больших неприятностей сейчас. Угловой. Мяч вынесен подальше. Ворот, опасность миновала. Навес не прошел. На пути мяча встал защитник. Яо Куаси. Заброс вперед. Душ Санту Шавейру. Вратарь! Вот это сейв! Кто-то считает вообще угловым? Ба! Это удар прямо во вратаря. Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. Первый тайм завершен.